Оказалось, что все не так просто. У Юлии перелом позвоночника после аварии на мотоцикле. Травма давняя, поэтому Юле предложили сначала попробовать свои силы на банджи 69. В итоге с этой высоты она совершила больше 15 прыжков. Когда инструкторы решили, что девушка готова, ее допустили к следующей высоте. Смелую девушку нес по мосту на руках почетный эскорт. После небольшого совещания выбрали самый безопасный способ прыжка, и долгожданный полет все-таки состоялся.